Всем привет! С вами Бойко Алексей и канал Компьютерный Гений. В этом видео я хочу сделать видеообзор на Linux Deepin 15.2. Deepin — это китайская операционная система, сделанная на основе Debian. Ранее она основывалась на Ubuntu, но сейчас в последних версиях они начали основываться на Debian. И это, в принципе, меня радует. Вторая вещь, которую я хотел бы сообщить, это то, что у Deepin в предыдущих версиях не было Live USB, сейчас эта вещь появилась. И сейчас, если вы установите Deepin 15.2 на флешку, то там будет две строчки, и одна из них, которая нижняя, это как раз будет Live USB, то есть вы можете запуститься с USB и попробовать саму операционную систему, не устанавливая ее на жесткий диск. Итак, давайте я запущу виртуальную машину и начнем обзор по Deepin 15.2. Так, запускаем. Итак, как видите, заставочка такая красивая. Мне нравится очень. Звуковые эффекты тоже на высоте. Ну что ж, давайте начнем. Так, давайте начнем с углов, да? То есть вот смотрите, здесь, когда вы курсор мышки подносите к углу, у вас открываются вот все программы, которые у нас установлены на Deepin, да? Вот, то есть у нас уже стоит Google Chrome, стоит программа, которая аналог Word, Excel и PowerPoint. То есть давайте вот запустим, посмотрим. Я, в принципе, никогда не видел ранее подобных программ, но, видимо, есть и такие. Обычно в Linux ставят это либо LibreOffice, либо OpenOffice. Ну, как бы чаще даже ставят LibreOffice, чем что-либо еще. Ну, китайцы решили сделать вот такой аналог Word сделать здесь. Так, новый пустой документ. Ну, вот, в принципе, вот как в обычном Word все это дело, да? То есть можно печатать. И так далее. То есть все как в Word. Окей. Ну, так, далее. Ну, это у нас аналог Excel идет. Так, новый пустой документ. То есть, ну, в принципе, все то же самое, да? Так, окей, далее. Ну, это сам Nautilus, Skype уже установлен. Deep Store, то есть это магазин. Deep Store. Так, у меня сейчас здесь нет интернет-соединения, но, в принципе, здесь различные программки, которые вы можете скачать и установить одним кликом. И, в принципе, там даже есть программы, которые идут на Android. Angry Birds там и так далее. Так, Deepin Movie – это плеер, проигрыватель аудио, Steam уже стоит, Deepin Screen, то есть вот мне, в принципе, скриншот, то есть мне понравился, сейчас покажу. То есть вот он включился, крестик — это где, откуда вам нужно начать выделять. Выделяете какую-то область, которую вы хотите сделать, на которую хотите сделать скриншот, да, и отпускаем. Далее можем, например, что-то нарисовать, написать что-то, поставить стрелки, сделать какой-то другой цвет, красный, например, да, и так далее. Вот, и потом можно либо сохранить, либо поделиться. Так, окей, идем дальше. Так, это у нас просмотр фотографий, просмотр PDF-документов, текстовой редактор, ну, как блокнот просто, да, то есть идет почтовая программа Thunderbird. Так, терминал у нас идет. Так, это, похоже, юзер, то есть настройка юзера. Ага, то есть это обратная связь с пользователем Deepin, то есть здесь можно что-то написать, возникла какая-то идея или ошибка, и отослать это разработчикам, чтобы они это либо исправили, либо, если у вас какая-то идея, они могут это внести. Так, далее. Это у нас удаленный доступ, потом принтеры, сканирование, создание загрузочного диска. Стоит уже программка. Так, компьютер. Так, корзина, центр управления. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Ага. Так, ну, это я чуть позже этого коснусь. Далее. Системный
монитор, то есть если там какие-то у вас программы зависли или что-то нужно вырубить, то кликаем правой кнопкой мышки «Убить процесс», либо «Завершить» и так далее. Да? То есть это системный монитор. Так, далее принтер, калькулятор. Вот, обычный простой калькулятор. Так, далее. Так, это у нас просмотрщик. Чего? Эта программа позволяет посмотреть вам установленные шрифты в системе. Окей, идем дальше. Это менеджер архивов, программа, которая разархивирует, заархивирует какие-то папки, файлы и так далее. Следующий у нас идет, это менеджер драйверов. Здесь вводим пароль и заходим в менеджер драйверов. Ну, здесь у вас будут отображаться ваши драйвера, которые вот система к вам подобрала, да, и можете переключаться с одного драйвера на другой, например, да. Так, это, скорее всего, какие-то книжки. Crossover. Я точно не знаю, что это за программа, но, по-моему, это наподобие Vine, то есть, чтобы запускать программы из-под Windows, то есть, чтобы запускать программы, которые идут под Windows. Так, далее у нас идет... Что это такое? Давайте посмотрим. А, это программа установки пакетов. Это чтобы установить какие-то пакеты, это используется вот эта программка у нас. Так, далее редактор разделов. Опять вводим наш пароль. Здесь можно делать все, что вам необходимо с вашим диском, флешками, то есть менять их таблицу, менять их разметку и так далее. Избранное находится вот здесь, на этой панельке, то есть здесь мы уже с вами все рассмотрели, все, что у нас есть. Вот, и есть вот все в куче, и вот можно, вот если сюда вы нажимаете, то таким образом вы сортируете по каким-то вот тематикам, то есть музыка и будет, да? Графика, вот она все это собирает, вот, и ну, либо так это можно использовать. Так, например, нам нужно сменить обои, нажимаем правой кнопкой мышки, персонализация, и вот у нас здесь есть обои, то есть можем выбрать какие-то обои, которые нам нужно. Давайте, например, поставим, ну, пусть вот такая будет обоина у нас, вот такая вот у нас обоина. Так, здесь у нас лаунчер идет, то есть это вот как раз вот эти вот, то же самое, что вот вы сюда мышку подводите, то есть и вот здесь это тоже идет лаунчер, то есть вот запускаются все необходимые вот эти вот программы, чтобы их быстро можно было выбрать, да? Так, следующее это Show Desktop, это, я точно не знаю, что эта кнопка делает, но можем, в принципе, проверить мои догадки. Как я думаю, это просто сворачивает все окна. Да, то есть оно вот сворачивает, разворачивает окна. Если они открыты, то показывает просто рабочий стол. Хорошо. Так, это многозадачный вид. То есть это вот то, что я показывал, это уже окна. То есть можно переключать окна, добавить еще, если необходимо. То есть 3, 4, 5, там сколько вот угодно вам. Можно все это сделать. И отключается окна клавишей Escape. Далее Depend Store, то есть там программы можно установить, аудиоплеер, проигрыватель, это все избрано находится, центр управления. Так, далее идет у нас устройство, это звук, флешка. Так, далее это у нас сеть, проводное соединение и Wi-Fi тут тоже будет появляться. Так, следующее, это если вы нажмете, то можно будет выбрать либо выключить компьютер, либо перезагрузить, приостановить, блокировать, выйти. То есть вот эта кнопка для выключения. Так, далее. Это у нас календарик и тут же показывает часы. То есть время показывает. Время и календарь. Ну, корзина, в принципе, здесь находится. Так, и давайте теперь перейдем к этому углу. Посмотрим, что у нас здесь есть. Это меню у нас вызывается... В том случае, когда мы мышкой, курсором мышки подводим вниз монитора. Вот здесь у нас изображение, которое, ну, ваш аватар, можно сказать, да. Вот, можно выбирать здесь из предустановленных, либо добавить вот сюда плюсик и включить еще какой-то. Также вот можно включить автовход, то есть, чтобы не вводить пароль, можно сделать автовход, чтобы не вводить пароль каждый раз. Так, ну вот такой, например, поставим. Следующее у нас, это вот это и есть как раз. Так, это у нас
Виртуал, яркость, то есть тут здесь можно настраивать различные разрушения экрана, выравнивание, ну и так далее. Так, следующее, это у нас приложение по умолчанию, то есть здесь вот можете выбрать браузер, который у вас будет работать по умолчанию, почтовая программа, которая у вас будет работать по умолчанию, ну и так далее. То есть если у вас несколько одинаковых программ на одну и ту же тематику, да, с одним и тем же функционалом, то тогда можно выбрать один из нескольких, да, то есть ваше вот приложение по умолчанию, которое будет открываться. Ну и так далее. Так, следующее, это у нас окно. Ну, это, я так думаю, это темы для окон, да, то есть если где-то вы накачаете с сайта, либо с интернета дополнительные какие-то темы окон, то они здесь будут отображаться, и вы сможете перещелкиваться по вот этим темам окон. Далее, здесь уже несколько есть вариантов для значков. Тема вот такая, она уже стоит по умолчанию, и вот такая тема. Если мы нажмем, то значки у нас изменятся. Окей, я поставлю как было. Далее курсор тоже можно выбирать, обои, соответственно, можно, это мы уже выбирали. Настраиваются шрифты, можно менять их размер, сами шрифты можно менять и так далее. Так, дальше у нас тут идет сеть проводная. Если есть беспроводная, будет показываться беспроводная сеть. Далее динамики, громкость, левый, правый, то есть баланс, то есть все это можно выравнивать. Часы, синхронизация часов, календарик. Далее идет у нас питание. Вот запрос пароля при пробуждении экрана. То есть вот можно запрашивать, можно не делать. Можно поставить, ну, например, экран будет погашен через 15 минут, можно поставить никогда. Либо какой-то другой промежуток времени выбрать. Далее, скорость мышки. Тоже вот эти все параметры здесь можно настроить. Далее, раскладка русская, английская, задержка повторения. Ну, это когда вы несколько раз, например, нажимаете на клавишу, да, то есть это вот можно выставлять задержку. Так, здесь это получается горячие клавиши настраиваться, то есть чем можно вызывать, какие клавиши, что вызывают. Да, то есть можно почитать и посмотреть, что именно они вызывают. То есть, вот, например, если вам нужно сделать скриншот, то нажимаете Alt и клавиша Print. Так, идем дальше. Меню загрузки у нас здесь есть. Загрузка по умолчанию такая-то, задержка. Можно поставить одну секунду, например, да, чтобы не ждать там несколько секунд, пока у вас загружается экран. Цвет можно выбрать. Это цвет текста, то есть вот этого, который вот у вас здесь будет отображаться, можно выбрать какой-то другой по желанию. Так, далее. Ну, здесь параметры, информация о системе. Можно почитать. Вот, и все, и клавиша выключение компьютера. Вот такая вот приятная, красивая операционная система, сделанная в Китае. Если она вам понравилась, тогда можете ссылочку под этим видео найти, скачать и установить либо на флешку, либо на диск поставить, либо на виртуальной машине ее испытать, посмотреть. И если уже понравится, можете ее поставить как основную операционную систему. Если вам понравилось это видео, тогда ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Делитесь этим видео с вашими друзьями. С вами был Бойко Алексей. Всем пока!